Всем добрый день! Сегодня я хочу поделиться покупками с Wildberries и Озона. Может быть, мои покупки кому-то и понравятся. Вот смотрите, какую я форму для яиц контейнер приобрела в холодильник. Для яиц любой формы. Цвет бывает такой вот зеленый и прозрачный. Такой хорошенький органайзер. Имеет 3 уровня общей емкостью на 30 яиц. На каждой вот полочке в форме помещается по 10 штук. Емкость для яиц изготовлена из безопасного материала, не упитывает запах, как пишет, вот в характеристике пишут, и не разрушается от холода. Хорошо вписывается на полку или дверку холодильника. Вот подставочка эта. Это удобная кухонная вещь, которая любой хозяйке пригодится. Не хлипкий, четко стоит, чтобы не допустили ошибок. Вот не у каждого есть вот такие широкие контейнера, вот как у меня, здесь 12 сантиметров вошло. Есть вот как здесь, вот у меня внизу, только 9 сантиметров, внизу 10. Поэтому контейнер вот этот заказывайте по высоте, замеры делайте, там указаны. И обязательно вот ширину смотрите, вот, чтобы, а то закажете вот 12, а у вас всего лишь вот такой узенький и не подойдет. Запаковано хорошо в пупырышках. Вот такой диспенсер. Ну что ж, коробка обычная. Никакой информации не несет. Инструкции никакой нет, не предоставлено. И вот сам основной агрегат, состоящих из пластиковой крышки. Это единственная пластиковая крышка. 6 отсеков. Вращающая. Вот так вот вращается. Вот как видно. Здесь лоточек. Сюда. Здесь резиночка, чтобы не скользило. Можно выкручивать, разбирать и мыть. Я так поняла. Вот. Засыпаешь шкрупы, нажимаешь на кнопочку, она, крупа высыпается и достаешь. Ничего такого сложного нет. Ну вот, удобно. Мы взяли на 6 литров, поэтому здесь вот килограмм полностью круп будет помещаться, я так понимаю. Вот так вот стал у меня диспенсер этот. Вот. На вторую полочку можно тоже приобрести. Вот. Удобно. Будет насыплю. Но не буду сыпать те крупы, которые у меня есть. Закуплю новых и насыплю полностью. Подошел, круп насыпал, нажал и забрал. Если бы я взяла на 6 литров, он бы был меньше, вот меньше вот настолько и уже. А так вот на 8 литров вот прекрасно он стал. Полгода назад мы приобрели диспенсер для мыла сенсорный. Это жидкое мыло в процессе обработки превращается в мягкую пену, в результате чего мы получаем меньше расхода во время использования. И мы еще на кухню захотели приобрести именно вот такой дозатор дизайном, который Xiaomi, который пишется нам в кухню, в наш интерьер. Но получили совсем другое. Хотя дизайн нам очень понравился. Вместо Xiaomi прислали вот такой вот сенсорный дозатор. Вот сейчас раскроем мы. Обманывают даже без зазрения совести. Хотя бы написали, что именно нет, именно фирмы такой Xiaomi есть, именно такой. Наверное же он и дешевле. Вот такой вот. Здесь 3 батарейки нужно вставить. Это верхняя часть. Здесь будет загораться индикатор с мылом. Здесь находится инструкция, как пользоваться. И вот такое вот жидкое мыло. Вот так вот
вставляется. И здесь написано, видите, Simplay, никакой не Xiaomi. Вид красивый, мыло мне нравится, желтенькое. Проверяем. Прекрасно. Пенка приятная такая. Пенка приятная на руках. Запах приятный, хороший. Это венчик нажимной, полуавтомат. Вращается при нажатии. Вот нержавеющий сталь сбивает за 5 секунд. Очень хорошая вещь. Пакет, крышка, шапочки. Носят для посуды, для хранения. Можно везде, на дачу везти, на кухне, на природе, на праздники. Это защитники от пыли, от заветривания, от насекомых. Вот здесь вот я заказала 100 штук. Диаметр 25 сантиметров. Вот за 100 штук отдала 156 рублей. Вот, пожалуйста, закрыл. И красота. Мешочек открывается. И красота. И еще хочу вам показать для кухни. Пользуюсь давно вот такими салфетками. Вот еще выписала такую вот от фирмы «Белый кот». Из высококачественной микрофибры. Долгий срок службы эти салфетки справляются с всякими загрязнениями. Без использования химии. Срок службы этой салфетки 5 лет. И еще вот такая вот хорошая тоже салфеточка. Для мытья плит, холодильников, кафельных поверхностей, ванн, раковин, для мытья посуды, окон. Да все, что угодно. Вот такая вот еще салфеточка. Очень практичные, удобные салфетки. Пользуюсь уже давно и очень-очень даже довольна. Пришли вот таких вот 3 искусственных цветочка. Для декорации посмотрим. Один. В маленьком горшочке такая зелень красивая. Так, один, второй, вот такой вот горшочки, и вот такая лаванда. Третий такой же самый, вот такой вот. Немножко есть такой запах, но он, я думаю, что как бы испарится этот запах. Зелень приятная такая, вот такие вот лавандочки. Три горшочка. Тюль с эффектом дождик. Ширина 2,15, высота 2,55. На кухню хорошо, на дачу. Беларусь производство. На вот такой ленте. Лента пришита аккуратненько. Наверху цветы, а внизу вот такая вот сборочка. Повесим, потом посмотрим, как она будет смотреться на окне. Для широкого окна можно приобрести второе полотно на правую сторону. Тюль хорошо пропускает свет и доступ к окну.